Сегодня стало известно, что в ДТП погибла актриса Раиса Малеванная. За рулем она находилась собственного автомобиля и в какой-то момент не справилась с управлением. Причины столь большой катастрофы выясняет следствие. Актрисе на момент смерти было 65 лет. Она родилась 19 февраля 1957 года в Чите, окончила Иркутское театральное училище, работала в театрах Читы, Ачинска, Днепродзержинска. В середине 80-х годов вместе с супругом-режиссером Исааком Дубовым переехала на север и стала актрисой театра Северного флота в Мурманске. Среди ее театральных работ – «Изобретательный влюбленный», «Риньяр», «Не отрати судьба», «Станюкович», «Пёр Гюнт» и многие другие. Лауреат премии губернатора Мурманской области за достижения в области профессионального мастерства 2001 года. Заслуженная артистка Российской Федерации 2008 года.